Здорово, Боба! Время пришло! Хорошо, где мои инструменты? Не пыльная работенка. И 100 баксов в кармане. И мы продолжаем. Путь нашего бойца в панч-клуб. Погнали! Мужчина, я хочу попробовать ваш фантастический эликсир. Твоя ловкость магическим образом увеличена. Опасная штука эта магия. На вкус так себе, но эффект определенно есть. Ну, неплохой эффект, плюс 3 очка. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди и история, не имеющая аналогов. Опять пропустил новое видео? Просто подписывайся, чтобы не пропускать. А еще есть телеграм-канал. Найти его очень просто. В описании видео нажимаем телеграм. Уникальный контент, который ты увидишь только в телеграме. Регулярные анонсы всех стримов, роликов, розыгрыши, новости по играм, в которые мы играем. Конечно же, пароли от бункера Альфа по игре Last Day. Ну и чат подписчиков Печка ТВ. В общем, скучно не будет. Нам остается совсем чуть-чуть, и мы получим с тобой первое место в Лиге Новичков. Поехали! Посмотри, как я вырос. Капец! Значит, удар в кадык, удар не в кадык. Короче, что у меня только не появилось. Я, конечно, без тебя подраскачался чуть-чуть. Но вот это самый крутой парень, да? Вот просто вот 194 уровень хп. Ты понял, что? Смотри, что сейчас будет. Ха-ха-ха. Все, сам себе всекает. Ой. Навсекал, да? Капец. Ну мы монстр, да. Мы просто обязаны сейчас всех с тобой рвать. Мы уже не то, что раньше. Нам еще 5-й навык. Ух ты. Хорошо, да? Нам не хватает. Еще один замок снять надо. Чтобы 5 скиллов было. Будет вообще пушка. Капец, да? Да ты чё, офигел что ли? Да, я чуть-чуть что-то переэто. В любом случае, чемпион тут понятно кто. Дедуля, тебе пора на пенсию. Ха-ха-ха, блин. Хыч. Блин, молодец, держится, молодец. Все, готов был. Ай, хорошо, да? 14 очков навыков, прикинь. А хпшку нам чуть-чуть сняли, да? Сразу записываемся дальше. Мы готовы стать первым. Подпольные бои тут чуть-чуть пожестче, парни. Лоуи. Что он делает? Он блокируется как сумасшедший. Модификатор ударов. Па-па-па-па-па-па-па. Эффективность блоков снижает. Нам явно не хватает с тобой количества навыков. Ну-ка. Блин, тоже такой жесткий парень, да? 182 хп. Хорошо, да? Че, сам себе бьет. Мужчина, вы зачем себя бьете? Блин, вообще грязь. Давай, энергия. Есть, пошла жара. Когда нет энергии, все, короче, удары проходят просто жесткие. Так, придется нам, придется вот так сделать, потому что совсем энергии у меня тоже нету. Ой, блинчики, больно. Очень больно. Блин, ничего такой, да? Молодец. Сейчас, короче, покоцают нам хп, блин. И чё, черепашку не победим последнюю. Хо-хоу! До свидания, мужчина. Это нокдаун. Дают всего 2 очка, да? Прям вот стрёмно, стрёмно. Готов к соревнованию. Желтая зона готова. Это становится серьезно. Кровавый чемпионат. Нужно больше черепов для трона черепов. Чего? Пройди красную зону, эта цель пугает меня. Эй, смотрю, у тебя неплохо получается. Продолжай. Видишь ли, эта лига и все бойцы принадлежат Дону, и он отбирает лучших. Любопытно, и что он делает с лучшими? А вот сам у него и спроси. Дон хочет видеть тебя, не заставляй его ждать. Погнали к Дону Корлеоне. Разберемся. Сидит, ёп. Я боец подпольной лиги, мне сказали, что вы хотите видеть. Какие новости, Дон? Я хочу участвовать в гранде... Бля-бля-бля. Давай первое. Наконец-то мы встретились, мой мальчик. А тебе уже ходят легенды. Награда? Действительно? Что же? Скоро я устраиваю бой с чемпионом из дальних стран. Победитель будет щедро вознагражден.
И, конечно же, тебе потребуется профессиональная карта, чтобы участвовать. Да понял, понял. Ты мог бы на меня поработать, мне бы пригодился такой парень, как ты. Я даже не знаю, я боец, но не преступник, надеюсь, я четко выразился. Заманчивое предложение, возможно, это будет интересно. Блин, да мы уже работаем с Боба, да? Ну вообще красавчик. Ну давай. Я рад, что ты правильно видишь свое будущее. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. А нашего батю убил какой-то бандос. Чем ближе мы будем к бандосам, тем быстрее мы выясним. Здесь все печально. Здесь у нас все фантастически. Вон, посмотри, черепашку-ниндзю надо победить, да? Поехали. А как так я взлетел? Слушай, это эликсир. Это просто грязь. Это настолько крутая штука. Я просто в восторге. Специальная пицца. Космическая пицца. Чик-чик-чик-чик-чик. Похоже, ты третий. Выходи, Гейб. Извини, но он не выйдет. Чё? Блинчики. Слушай, там есть четвертый, знаешь кто? Стопудово сплинтер крыса. Блин. Это было просто. В смысле? Победить Стива? Нет, смотри. Какая-то ёб... Так, а чё, давай сразу мне Стива. Чё за фигня, блин? Не разрешают, да, говорит мне доставку делать. Ладно, делаем доставки. Смотри, как я так люто раскачался, благодаря травяной настойке. Причем получить ее можно 2 раза. Блин, это реально грязь. Травяная настойка — это просто какая-то бомба. Давай чуть-чуть потренимся, да? Чтобы у нас показатели не слетели. Чтобы мы так и остались, короче, по красоте. И потом вернемся за топ-черепахой. Думаю, пару доставок и готово. Давай, блин! Так. О, хорошо. Да, дела идут хорошо. Все, финальный застранец. Форма у меня вообще отличная. 3 силы, 17 ловкости, 4 выносливости. Только скиллы говно. Я пришел, Стив. Вылезай из своего люка. Ты слышишь странный и страшный звук. Я самый сильный из братьев. В этот раз у тебя нет шансов. Блин, ну черепашки-ниндзя, да? Просто они крокодилы, как бы. А авторские права на черепашек-ниндзя. Политички, судя по всему. Поехали. 218 хп. Ой, хорошо хвостиком себе по... Ну да, больно-больно бьет. Нунчаками в голову. Ё-моё вообще. Ой, ё! Прилетает мне вообще, да? Жестко. И энергию сжирает прям как ненормальный вообще. Капец. Ну все, так и продолжаем биться. Вообще жесть. У него все скиллы, короче, энергию жрут, да? Ну давай. Ну блин, ну ты сможешь. Ёб, не лови головой, нюнчаки. Говноед ты. Блин. Слушай, скиллы говно. Я еще вернусь. Это было странно. Да ёб, чё странного тебе надавали, ёб. И чё теперь? Ну а теперь тренимся. Через 2 дня у нас 2 поединка. Предстоящие бои. Погнали. Хыдыща, сам себя убил. 13 очков дали, да? Ну нормально, нормально. Минус 20 хп. О-о-о! Ты только что стал чемпионом. Это отличные новости. И чё? Пора бы навестить Мика. А, я ж чемпион. Вот так вот, стал чемпионом, а тренера забыл. Поздравляю, чемпион, я так долго этого ждал. К сожалению, я не могу по достоинству тебя наградить. Хорошо, Мик, я выиграю профессиональную карту в плей-оффе. Медальон будет моим. Плей-офф, класс, да? Подпольный бой. Чего? Их 2, ёб. Ха-ха-ха, блин. Я с Тамарой хожу парой. А, вон чё. Побеждаешь одного, выходит тут же следующий, прикинь. Грязь вообще. Ха-ха-ха. Так, и у нас тут же следующий будет бой, понял чё? Вообще грязище. Ну этот вообще ни о чем по сравнению с прошлым. Отлично. 7 очечи, 150 баксов дали, да? Вообще нормалды. Следующий бой. Плей-офф у нас, да, через 2 дня будет, короче. Подпольные бои... Тоже все продвигается хорошо. Только черепашка нам это по башке надавала. Неприятненько. Блин. Давай у Боба узнаем, чё как.
Хорош сегодня день. Время пришло. Блин, вот это такое читерство вообще. Реально. Слушай, вот когда ты Бобу откроешь, да? Вот тогда у тебя попрет все вообще, чики-пуки. И вот этот парень 2 раза мне дал эликсиры. 10 эликсиров энергии. Плей-офф. Поехали. Билл Вилсон. Нифига. Хорошие, да? Слушай, да, надо было, наверное, это... запрещенные какие-то использовать. Всосем сейчас вообще, блин. Ё-моё. Ты серьезно, блин? Офигеть. Хорошо, блин. Не вставай. Да ну зачем? А, все, увидел, да? Об стену, об невидимую убился. А, увы, очки не дают. Прям вообще беда, ёп. Нифига, здесь до первого, да, оп и вылетел, ты понял, чё? Грязь. Слушай, круто, что их посмотреть можно, да? Ну вот, собственно, Билл Вилсон, да, выбыл. 12-6-8. Здесь, значит, Мэнни прошел. Да он слабее даже, чем этот Билл, да? Капец. Ник Дартиус прошел. Ничего так, и Руби. Вот этот Руби вообще дикость какая-то. 8, 4, 12 параметры. Ха-ха, блин. Слушай, ну, чё. В общем, надо готовиться, да. Иначе я всосу в этих плей-оффах. Давай попробуем опять черепашку-ниндзю победить. Эй, твоя пицца, мой реванш. Я зато теперь знаю, что мне надо делать. Чё делать? Максимальная энергия мне нужна, вот чё. Ну, попытаюсь, да? Вообще, мне нужно замок снять и 5-й скилл. Вот это была бы вообще пушка. Но еще не скоро, не грозит, короче. Поехали. Так, пока все хорошо идет. Но каждый удар, который я словлю головой, это будет жесть. Оп! Блин, хорошо, да? 30-ка сразу. Оп-оп! А энергия, смотри, даже вот при такой... Я полностью в обороне, короче, в увороте, и то энергия ёп улетает. Вообще грязь. Просто грязь. Продолжаем так же. Давай. Ой, все, энергии нету. Ну давай. Вот так, хвостиком. Сам себя прибил, идиот. Ну давай. Фу, блин. Остался их босс. 8 очков дали. Это был хороший, это был отличный бой. Сделано, это было круто. Могу ли я теперь назвать тебя Данди? Видимо, у нас кончились братья. Ты великий воин. Что ты хочешь в награду? Нифига себе. Было бы неплохо получить деньги за всю доставленную пиццу. Что-то последнее на английском. Ладно, давай красиво ответим. Ничего не нужно. Было честью сражаться с вами. Я рад, что тебе понравилось. Наш учитель хочет видеть тебя. Он считает, что ты избранный. Ха-ха-ха, я ж тебе говорю. Ну, привет, енот, ёб. Приветствую, я мастер енот. Ты заслужил мое уважение и знак благодарности. Я обучу тебя специальному приему. Теперь ты знаешь, что хвостом можно бить. И это круто. Есть одна проблема. Ты не можешь найти у себя хвост. Ёб, а как? А как? Ха-ха-ха, блин, грязь какая. Заходи к нам иногда, мы всегда тебе рады. Был бы хвост, мы бы были сильнее, понятно. А полуфинал, бой завтра. Плей-офф. Мэнни. Пока все хорошо идет. Начали уверенно, да? Мэнни всасывает. Ой-ой-ой-ой, Мэнни красавчик. Все к сам себе. Ха-ха-ха. Слушай, классно все. Не меняем стратегию. И на этой замечательной ноте, на этой победе, мы заканчиваем. Я надеюсь, тебе понравилась эта серия. Если это так, не забудь оценить лайком. Ты еще не со мной? А почему? Как выходили видосы каждый день, так продолжают выходить на Ютубе, на Рутубе и Яндекс.Зен. Смотри там, где получается. Финальный бой, ё-моё, против Ника Дартиуса. Это хорошо, я, если честно, думал, что Руби выйдет. Ну и, конечно же, не забывай про наш телеграм-канал. Регулярные анонсы всех роликов, розыгрышей, стримов, новости по играм, в которые мы играем. Уникальный контент, который выходит каждый день и только в телеграме. Ну и чат круглые сутки. Не пропусти следующую серию. Пока-пока.